Каждый месяц во Дворце детского творчества проходят классные встречи в Сарове, где дети разговаривают со взрослыми, которые трудятся в разных сферах. В мае самое время для важных разговоров про тех, кто защищает нашу Родину. Один из саровских героев – лейтенант Олег Кузнецов, с которым и прошла очередная встреча. Ребята узнали об учебе Олега Владимировича в Суворовском училище, куда он смог поступить только со второго раза. После долгих тренировок и упорных преодолений себя. О службе в армии, опыте, полученном в ходе участия в специальной военной операции. За 3 месяца его командировки в Энергодар самым запоминающимся событием стала схватка с дроном. Даже вот возьмем вот 7 апреля, как получается, у нас была атака дронами на заправочку там, альтостанцию. В этот момент я находился сам на крыше, на энергоблоке, и сбил тот единственный FPV-дрон, который летел. На встрече затронули важную тему – помощи от школьников для солдат. Олег Владимирович рассказал, что важна любая поддержка. В бою очень помогают сохранять настрой обереги, которые делают дети, и, конечно же, многочисленные письма и открытки. По ходу встречи активно обсуждались различные виды вооружения и техники. Несмотря на возраст, ребята активно интересовались отличиями беспилотников и их способами ликвидации. Есть дрон-разведчик, дрон-камикадзе. Дрон-камикадзе – он, как правило, на самоуничтожение. Он летит для того, чтобы поразить цель. Мальчики и девочки внимательно слушали Олега Владимировича, переживали и, казалось, живо представляли все ситуации. Очень выделялся один мальчик, который задавал много вопросов по теме и позже рассказал о том, чем хочет дальше заниматься в жизни. Ну, военным бы хотел бы стать, но пойти, не знаю, в какие войска. Скорее всего, в ВДВ. Ну, офицером становиться. Почему? Ну, нравится тактики использовать, придумывать свои. Классная встреча традиционно завершилась вручением благодарственного письма. В следующем году будет продолжен ряд встреч с представителями разных профессий. Руслан Лапшин, Ульяна Крылова, Объединение журналистика, Дворец детского творчества для службы новостей Саров-24.